Мне кажется, самое время вот прямо сейчас взять и ударить по цимбалам. Станцевать джигу на нотном стане. Я не знаю, порвать диатонический тетрахорд. И пусть трещит по швам хроматизация отдельных, я не знаю, ступеней. Скрипичный ключ давным-давно уже переломлен пополам. Дима, ты знаешь, такие слова, ты, видать, готовился к гала-концерту. Можно просто проще, чтобы все поняли? Легко. Петро Скаскиев. Доброе здоровечко. Ты когда смотришь на него, он смешной такой чувачок, такой, где-то с гор спустившийся, такой классный сельский парень. Но когда он начинает играть... Ну, насколько талантливый парень, ну безгранично одаренный. Невероятный объем, глубина приходит откуда-то из космоса. Столько безграничных каких-то вселенных. Спасибо. Это словно гимн для нашей Украины. Сейчас. Мне кажется, это очень важно. Це випадок абсолютно одноголосного рішення про те, що учасник гідний півфіналу. Для мене це пример, наверное, современного молодого парня, который свои какие-то переживания внутренние очень красиво рассказывает в музыке. А еще и цимбалы – традиционный инструмент, который звучит по-новому. Для меня он звучал по-новому. Где ты был раньше, Петя? Мы тебя ждали, мы тебя искали. Україна має талант, дала можливість реалізувати, показати себе на всю Україну. Ну, кожен, я думаю, із учасників фіналістів надіється на перемогу, і так само і я. Петро Скаскіл. Петро Скаскиев на главной сцене страны!
Ну, це був Буревій. Настоящий Буревій. Петро, у меня к тебе вопрос. Говорят, что ты играешь не только на цимбалах. Правильно? На каких инструментах ты еще играешь? Ну, самый первый инструмент, на котором я выступил, это вышло дуже випадково. Середущий брат грав на бубні, йому було 5 років. І йому щось тетя сказала, він обідався, зняв штани і сказав, не буду грати. І я в 3 роки проявив ініціативу і поставили бубен на стілець, це барабан гуцульський. І я в 3 роки свій перший інструмент, свій перший концерт відіграв на бубні. На бубні, да? Тобто ми в следующем сезоні будемо ждати тебе іменно з бубном. А сейчас вопрос к Славе. Слава, на кастинге ты назвала эту мелодию новым гимном Украины. Что ты скажешь сегодня? Ну, прекрасное выступление. И, да, кстати, добрый вечер. Добрый вечер, здрасте. Я очень рада, Петь, что ты открываешь сегодняшний эфир. Мне снова удалось путешествовать по каким-то мирам. Спасибо нашим постановщикам, они обыграли эту композицию, дали совершенно другой оттенок ей, и она звучала тоже по-новому. Мне нравится, мне кажется, я могу слушать бесконечно, и я думаю, что если Петр в следующем году придет с треугольником, музыкальным инструментом, я думаю, что успех будет тоже ошеломляющий. Удачи тебе с голосованием. Я надеюсь, что зрители, безусловно, по достоинству оценили твой талант. Дякую, Петро. Я очень надеюсь, что сегодня тебя телезрители поддержат. Спасибо. Ваши аплодисменты, Петро Сказки!